В Киеве открылась крупнейшая в мире выставка динозавров. Доисторические рептилии представлены здесь в натуральную величину. Они также двигаются, издают звуки, моргают и щелкают зубами. 30 экспонатов созданы на основе открытий аргентинских палеонтологов. Внешний вид, размер и цвет динозавра ученые определяли на основе найденных костей. Брали тварин такого размера, допустим, слон. Брали животных такого же размера, например, слона, изучали, какая у него шкура, изучали, как он ходит, делали съемки, замеры. Тоже брали слона, сделали съемки, замеры. На выставке все изученные учеными виды. Вот самый большой хищник на планете – тираннозавр. Весом 5 тонн и высотой 8 метров. Но маленького Максима он не напугал. Если был живой, и он тут бегал за этой веревкой, было не очень страшно. Потому что мы бы стояли тут, на этой полосе, а динозавр возле тут бегал. Выставка очень понравилась, потому что даже не представляла, что динозавры были и вправду таких огромных размеров. Даже как для взрослых, неожиданно то, что видеть в таких размерах и в таком движении, как они двигаются, в таких красках, это очень интересно, да. На выставке работает интерактивная площадка, где можно прокатиться на древнейшем животном, а также узнать о жизни динозавров больше в 3D-кинотеатре. NTD, Киев, Украина.